Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Кодо. Вы задаете вопрос, как поточить косу в домашних условиях. На самом деле это ничем не отличается от способа, который вы используете в любых других случаях. То есть в домашних условиях, естественно, у вас нет чурбака, куда вы вобьете бабку для отбивки косы или прибор для отбивки косы. Поэтому, в принципе, вы можете в домашних условиях, если вы находитесь не на даче, а в городской квартире, только поправить косу, которую вы, собственно, собираетесь отправить на дачу для покоса. То есть все то же самое, как при правке косы. Если коса у вас была предварительно отбита, то вы просто правите режущую кромку. Это у нас рабочая коса австрийского производителя Schleckenfuchs. Выправляете режущую кромку с одной и с другой стороны. Для того, чтобы немного подточить, вы опять же можете такими движениями, торцевой частью оселка, сделать вот такую легкую подточку и правку косы. Но косу, естественно, нужно отбивать, потому что при отбивке вы истончаете режущую кромку, происходит наклёп металла, и она не только становится тонкой, но и упрочняется. Поэтому пробуйте способы, которые вам удобны, но помните о том, что точить косу болгаркой ни в коем случае нельзя.